чтобы люди хорошо жили. Все, что он делает ради этого. Вот мы и хотим дать ему слов. Да, про Золотую долину. Мы вчера были в одном чудном месте вашем, Золотая долина. Божественно. Вы знаете, у меня что-то зашевелилось. Сколько? Вот я еще 12 лет, 15. Где-то вот, где-то там. Мне понравилось. Добрый день всем. Очень здорово, что вы пришли, и радостно видеть вас всех здесь. Мне, правда, хочется вам донести информацию, и вот сейчас Дальневосточный гектар, вы слышали, может быть, не все там идет гладко, но мы взяли 50 гектаров земли в районе Золотой долины, и планируем еще взять 250 гектар. Для чего? Для того, чтобы создать поселение, состоящее из родовых поместий. Об этой идее я когда-то очень давно узнал, когда еще работал начальником станции на Второй речке, и тогда я прочитал книгу «Звенящий кедр России» автора Владимира Миграя. Вот, потом я стал заниматься бизнесом, коммерцией, и вот сейчас мы создаем поселение для того, чтобы там могли дети в здоровой информационной среде расти, есть натуральную пищу и жить счастливо. Приглашаем вас всех, кому будет интересно, телефончик, конечно, дам.